Всем привет, с вами Ниагара. Добро пожаловать на мой канал. И мы возвращаемся снова в детство, ностальгируем, проходим старые игры. И на сей раз Мадагаскар 2. Да. Погнали. Нет, не продолжить. Это я тут настройками баловалась, поэтому новая игра, конечно. Да. По стандарту ничего не помню. Ну и ладно. Смотри. А ролики не могу смотреть. Подъем, мистер Алекс! Подъем, подъем! Кушать идем! О, нет. Опять этот сон. Это не сон, друг мой. Король Джулиан жив-здоров и делает снимки для новой брошюры «Мадагаскар». Отдайте ваши отпускные королю Джулиану. Да, клёво, конечно. Но я хотел бы немного вздремнуть перед долгой поездкой в Нью-Йорк. Нет, спать нельзя. Нужно бегать, прыгать и делать, что я скажу, если хочешь попасть на обложку. Так, на первом снимке я хочу, чтобы ты ловил бабочек. Так мало красивых фотографий. Помню что-то такое. Насчет бабочек. Отлично! Смотри, как выглядит прекрасно! Вы входите во вкус, мистер ловец бабочек. Да. Браво, Алекс! Мелман, ты откуда взялся? Каким ветром тебя занесло на этот валун? Все эти вопросы не имеют никакого отношения к моим фотографиям. Давайте работать. Эй, ребята, а можно мне с вами? У меня есть... Да, Мелман, ты просто супер. А мы пойдем дальше. Сюда, красавчик. Уйду, он назвал меня красавчиком. Кстати говоря, наверное, я не буду вот собирать все-все вот такие монетки, потому что там опять что-то не очень значительное можно приобрести в этом магазине. Теперь твоя задача — собирать чудесные монетки короля Джулиана, которые разбросаны по острову. Богатство греет сердце и честолюбие, но кроме того, на эти монеты ты сможешь купить что-нибудь полезное в дьюти-фри. И как мне попасть в этот дьюти-фри? Потом покажу. Пока что хватает эту монетку в двойном прыжке. Ага, ну это мы умеем. Камера тебя любит. Все обожают меня, но камера любит тебя. Со мной, Алекс. О! Ух ты, Марти! Ну у тебя и скорость. Ты, наверное, не в курсе, но я днем и ночью грыз морковку. Чтобы стать настоящим спринтером. Давай, дружище, засекай время. Отлично бегаешь, Марти, но спорим, меня ты не поймаешь. Да ладно, Морт, тебе в жизни не обогнать чистопородного скакуна. У Морта вообще полно странностей, например, он носится как ураган. Почему бы вам с ним не устроить супергонку? А да? С Мортом? Внимание! С ума сойти можно! Ага, мне нужны вот эти морковки. Уа, извини. Морковка. О, да! О! Подожди. Мы что-то пропустили. А, это еще не все. Поздравляю! Я знал, что Морт проиграет. Теперь победитель может пнуть его любимый футбольный мяч. Тихо ты! Мои беспечные подданные обнаружили королевский склад шаров и теперь болтаются в воздухе, как идиоты. Ты можешь полопать шары и спасти их. Окей. Так. Тут очень сложненько подобрать нужную силу удара. Ага.
Ну, нормально. Призовой шар. О! Вака! Я не успела. Он прям на меня летел. Так, это все сбиваем, да? Так, недолет. Это сильно. А, хотя ладно. Я же говорю, как будто бы подгадать сложновато. Но получается нормально. Далеко. Ара. Ударь призовой шар. Призовой. Он летит! Какое счастье! Спасибо, мистер Марти! Вы мой герой! Здорово, Марти! Отойди в сторонку. Я покажу тебе, как это делается. На что это ты намекаешь? Разве я плохо играю? Нет, я хотел сказать, что ты никак не играешь. Ладно, ладно, суровые морды. Лучше ругайтесь на поле. Но сейчас мне нужны еще фотки Алекса. Ага. Колечки собираем. А их нужно собрать прям все? Или не обязательно? Ой. Что у нас с камерой, кстати? Ну, такое. Ладно, пойдет. За мной, Алекс, я то... Не договорил. Мои королевские камешки! А ну прочь от них, глупые курицы! Пожалуйста, отгони этих психов от моих камней! Скорее! Мистер Алекс, так, спасите рык. Мои камни! Они мне очень дороги! Ага. Пошли нафиг, попугаи! Ха! Вот так-то! Долой пернатый! На помощь! Птицы вернулись! Если спасешь мои камни, я, может, ими стану. Ага. Поделюсь. Он утащил, утащил, утащил! Так, ну как? Спокойно. Мистер Алекс, за распугивание птичек я награждаю тебя шикарным полетом на лиане. Прыгай выше и держись всеми лапами, а не то отшибешь хвост. Угу. Наградил. Так ты молодец. Жаль, что ты не бегемот, потому что мне нужны фотки мисс Глории. Сейчас я ее найду, потом встретимся на футбольном поле. Пожелай мне удачи. О, Глория! Рад видеть, что ты умеешь плавать. Жаль, что меня тебе не догнать. Тебя? Лемура? Ты можешь плавать? Что-то не верится. А мне трудно поверить, что ты мне не веришь. Хотя ты права. Я плаваю на лодке. А, обогнать. Ага, вот, хорошо. Ну что, на старт? Марш! А, у нас ускорение. Он меня догоняет. Что-то оно, ускорение не работает. Алло. Наверное, я сплю и вижу, как ты меня победила. Когда я проснусь, то в награду за победу покажу тебе секретный трамплин. Ну, окей. Эй, Глория, замкнись. Да тут я. Теперь дорогу перегородил этот камень. Почему все время случается что-то подобное? Может, мне взять этот перец и пробить камень, чтобы расчистить дорогу? Ха, какая отличная идея меня посетила. Тебя, да. Кого же еще? Разошлись, мальчики. Оп. Отличный удар. Держу пари. Камень даже не успел понять, что случилось. Что там? А, нырнуть нужно. Монетки вижу.
лодкой. Так, погоди. Я вот хочу собрать. Раз уж они прям по пути, то пропускать, ну, как будто бы глупо, да? Эй. А, ну ладно. Меня просто уже перекинули на другую локацию, ну ладно. Блин, как-то она странно плавает, ну ладно. Ну ладно, ну ладно. Трамплин, да. Молодец, и я молодец, что показал тебе путь. Ты хочешь, чтобы я подпрыгнула как можно выше, и ты меня сфоткал? Да, да, до кончиков острых ушей твоего приятеля Мелмана. Или до Луны, не знаю, что выше. Так, ну, поехали. Опа! Какие-то группировки. Я там что-то еще сделал. Ага. Солдатиков. Сложность 0, баллы 0. Ага. Кувырков 0. А как их делать? Вы бы хоть сказали. Стреляющий, мисс Глория. Хотя, конечно, я все равно прыгаю лучше. Ведь я же король. Ну, но понятно. Ты же король. А теперь плыви за мной сюда. Мисс Глория, я только что заметил нечто очень странное и поразительное. Вы не видели вашего приятеля Меломана? А разве это не Мелман там торчит на краю? Мелман, ты как туда залез? Ох, как хорошо, что ты здесь. Нам нужны твои таланты в области вертолетания. Это дело чрезвычайной важности. Чрезвычайной важности? Ты думаешь, я с ним справлюсь? Ха-ха, да. Как видишь, многие мои подданные в данный момент парят в воздухе. Вместо того, чтобы сидеть на земле и лизать мои пятки. Ты должен вылететь им на помощь. Так, мне нужно их... Ага. Сбить, короче. А я долечу, что-то как-то очень страшно. Так, это ну ладно, пофигу. Ну да, кажется, долетаем. Просто он же снижается со временем. Наконец-то, хоть один призовой. Ты спас им жизнь. А теперь пойдем отсюда и навсегда забудем про летающих лемуров. Так, Меломан, иди за мной. Все ждут только тебя. А уже футбол? Не давай. Время болтаться без дела, длинношея. Следуй за мной. Что за, блин, дискриминация? Длинношея. Марти, ты мелкий. Марти, предупреждаю в последний раз. Пока я стою на воротах, ты гол не забьешь. Меня же не зря прозвали Стеной. Кто? Кто назвал тебя Стеной? Да ты отродясь в футбол не играл. Ты же назвал его большим настольным футболом. Марти, у них одинаковый принцип. Бьешь по мячу, блокируешь удар и много кувыркаешься. Мальчики, ну хватит уже. По мне, так вы оба хороши. Может, наконец прекратите трепаться и начнете играть? Так, мне нужно забить ему гол. Конечно же, он смотрит на то, куда я перемещаюсь. Так, мне нужно... Обманные маневры. Как будто бы сюда, да, а потом... Оп! Поймал! Ты пожалеешь. Блин. Ах ты какой, ты жук. А мне это минусом хоть не засчитывается? Гол. Обманка. А последний разочек. Отлично. Отлично, мистер Марти. Но теперь я хочу сыграть в настоящий футбол. Я выберу напарника, чтобы уравнять шансы. Морт! Да-да, давай, малявка. Покажи нам, как играют. Я настолько уверен в себе, что даже слушать не стану. В таком случае обойдемся без объяснений. А, да? Вот тут уже прям футбол. Эй, нет. Молодец, отбил. Мой.
Ой, да, спокойно, спокойно, спокойно. У-у-у. А, надо было посильнее бахнуть. Ладно. Чё ты там бегаешь? Тихо. Блин, я упала. Да, тут сложнее забить, конечно. Не, нормально, есть. До скольки играем? До трех? Иди нафиг, моё. 0-2. Эй! Молодец, Алекс! Ау, ты крутой! Ау, нам забили, ну блин, я только тебя похвалила. Отлично. Так, он тоже поймал. А-а-а! Алекс, поймай, а то я сама себе забью. У-у-у. Так, моё, уйди отсюда. 1-3. Большое спасибо всем, кто помогал нам с этой брошюрой. Последний общий снимок и сдаем в печать. Кажется, это все, что было на повестке дня. Да, Морис? А разве нам не надо грузить самолет, отправлять гигантов домой и всячески приключаться? Вот так всегда, когда я не делаю заметки на память. Психически приключаться. О, только не это! Опять взрывы! А мы думали, что в джунглях уже безопасно. Бум! Опасность. Смотрите, сэр, крот! Он ворует самолет по частям. Ну, само собой, Морис. А что еще кротам делать? Ведь у них такая скучная жизнь. Но разве эти части нам не нужны, чтобы долететь до Нью-Йорка? А ведь и правда. У меня есть идея. Ты, меломан, помешаешь кротам растащить наш самолет по кусочкам. Меня зовут Мелман. Точно, меломан. Значит, удар головой. Ага. Бей по этим кротам головой. Не попадает. Ой. Они смоются с частями самолета. Не попадает. Подожди, удар головой, Игрик. Так я же... Ага. Эй! Почти утащил. Ну, пока ничего не уперли. Против этой оравы кротов удар головой тебе не поможет. Используй ага. Крученую атаку, чтобы сбить их с ног. А, это легко. О, давайте. Давайте мне их сюда. Куда погнал? Не выходим, мальчики. Служба безопасности. Предъявите ваши документы. Сейчас бы еще какие-то кроты меня обкрадывали. А здесь двойное. Самое интересное. Угу. Некоторых кротов можно победить только крученой атакой. А да, я уже вижу, что тут. Ударом башки. И удары, и все на свете надо использовать. Ага, этого башкой. Спокойно. Так, башка. Куда ты? А, ну он обратно как будто бы забежал. Эй! Пацаны! Куда так быстро? О, Глория, как хорошо, что ты здесь. Чую, сейчас меня будут упрашивать. Это все багаж. Король Джулиан всегда берет много вещей, даже те, что ему не нужны. К примеру, салон. Зачем? Как я теперь застегну эти чемоданы?
Тебе повезло. Я умею это делать. У меня есть в запасе один плюх-приемчик. То, что нужно. Так, двойные прыжки. Ага. Ой, прям очень заметно управление. То есть прям как... Прям тяжело. Она так двигается, знаете. В отличие от других персонажей. Ну, попади! Опа. А, толкнуть надо. Прям такая тяжеловесненькая. Ну, так и должно быть. Ой, кататься не надо. А у нас еще время заканчивается, блин. Ну, я успею. У меня последний чемоданчик остался. Угу. Спасибо, мисс Глория. Ваша тыльная часть спасла мою драгоценную солому. Теперь осталось только погрузить багаж в самолет. К счастью, я уже знаю, кто мне с этим поможет. Ой, вот это помню. Это он обо мне, Морт. Там, по-моему, не очень просто. Это Марти. Морт, а зачем ты здесь стоишь? Я вообще не понимаю. Мистер Марти, начните погрузку мощным ударом копытами. Ну, давай. Раунд один. Поехали. Посерединке. Так, мне нужно посмотреть. Ага, это прям совсем чуть-чуть. А это большое. Угу. Среднячок не получается. А нижняя самая, наверное, простая. Ага. Угу. Ой, вообще мимо. Нормально. Ну, это первый раунд. Их три. А я вижу, серединка закрыта. Ой. Тут или... Или низ, или вверх. А, серединка не канает. Чуть-чуть побольше. Еще. Нижнюю будем нашвыривать. Было сильно. Нормально. Раунд три. О, в этом раунде надо выйти. Только середина? Они слишком быстрые. О! Ой! Так, наверх. А тут еще надо успеть под них. Меняется, во-первых, видите? Ага, сменилось на средний. Ладно. Он еще и едет не то, что мне бы нужно. Ой. Он вниз надо максимально накидать. Ой. Ой, кто это? А, это кроты. Так я... Даже, блин, не успеваю. Так нет, конечно. Так, мне последний нужен. Середина. Давайте низ открывайте. О! Замечательно. Отлично. Будем надеяться, никто не заметит вмятин и царапин на чемоданах. Да нет, конечно. Марки. Я пойду вперед. Присоединяйся, когда закончишь. Ладно, меломан, а теперь покажи, какой ты у нас отличный скалолаз. Да никакой, я вам не скалолаз. И звать меня Мелман, Мелман, а не меломан. А мне кажется, что меломан. Именно он сможет залезть туда, куда нам нужно. По-моему, речь идет обо мне. В общем, о ком бы ни шла речь, полезайте на платформы и помогите закрепить веревки. Алекс, поскорее вяжи узлы на веревках. Я не хочу тут торчать с чудаком. У меня и без вас куча проблем.
Так, у нас тут какая-либо трасса. Интересненько. Я должна болтики собирать? Заклепки помогут тебе найти дорогу. Заклепки. Окей. Но они у меня никак не учитываются, мне просто они показывают дорогу, я так поняла. Ну, ладно, возьмем. Нет? Думаю, тебе понравится там балансировать. Главное, не падай. Чтобы избежать трагедии, жми влево или вправо во время ходьбы. Чем ты быстрее движешься, тем скорее теряешь равновесие. Идти медленно и балансировать. Ой-ой-ой. Так. Возьмем, хоть я и говорила, что ну его нафиг. Ну, тут такая халявная она прямо. Чё б не взять, да? Так, там... Боже. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Это вообще бомба, да? 23. Ой, еще бы понимать, на что мы это все будем тратить. Там, я знаю, какая-то ерунда, типа маски, наряды, что-то такое. То, что мне и нафиг не надо. Опа. Так, подожди, мне говорят, типа, иди туда, а тут что у нас? Ага, не сюда. Не падать. Молодец! Ты добрался молодец. До веревок, которые надо связать. А теперь повтори схемы для завязывания узлов. Повторить схемы для завязывания узлов. Не повторяй то, что я говорю. Повторяй схемы внизу, чокнутая кошка. Так. Кто тут котик? Ага, вот именно. Кто тут котик? X, A, B, A. X, A, B, A. Какая себе память. Отлично, мистер Алекс. Таким узлом можно гордиться. Но надо завязать еще парочку. Отправляйся на поиски. Чё-то как будто бы их много, да? Нет? Ну ладно. А туда как мне попасть? А? Так. Я просто ассасин. Забирай. Какая встреча! Я как раз говорил этой веревке, что сейчас ты ее завяжешь толстым красивым узлом. Веревка ничего не ответила, так что вяжи. Веревка ничего не ответила. Серьезно. Ага. Вот просто. Это талант с большой буквы Т. Самый большой буквы. Y-A, Y-A. Тоже просто. Прекрасные узлы. Теперь все веревки закреплены. Жаль, твой друг меломан не сможет полюбоваться на твое достижение. Кстати, куда он пропал?
Мелман, мы не сможем взлететь, пока у нас не будет ровной взлетной полосы. А ровной полосы у нас не будет, пока там торчат заклепки. Нужно, чтобы ты их заколотил. У меня до сих пор голова кружится после возни с кротами. Ничего, работа тебя быстро приведет в норму. Главное, работай головой, или работай головой, или работай головой. Это я намекаю, Эйнштейн. Или голова работает головой, да. Удар головой. Нажми специальную кнопку рядом с заклепкой и сам все увидишь. Так, забить заклепки. А, у меня идет время. Бедный Мелман. Мимо. Зай, мимо. Да какой кошмар. Ага. Да блин. Ты почему туда-то бьешь? Эй. Может, вот эти хотел вначале забить. Ага. Эй. Ладно. Не надо тебе сказать, что ты дома такое не делал. Если, конечно, ты не жрал склепку уборного. Если у тебя не чугунная башка, то да, лучше такого не делать. Повернись. Отлично. Нормально. Как хорошо, что ты здесь. Не могу даже выразить, как важно для нас проверить систему прицеливания рогатки. Что, настолько важно? Я же сказал, что не могу даже выразить, насколько это важно. Вы гигантские морды никогда не слушаете. В общем, перед взлетом нам надо проверить систему наведения. Для этого выстрели мортом из рогатки. Мной? А кому же еще я доверю полет на высокой смертоубийственной скорости? Ура! Так. О, им будет еще сложнее стрелять. Понятно, что он доволен. Попроще было с чемоданами. Так, чуть подальше. Здесь вообще нужно рассчитать саму траекторию, дальность. Ага. Конечно, жесть. Чуть повыше. Ну, нормально. Движущиеся. Ага, вы угораете? Надеюсь. Куда-нибудь. Морти, прости. Так, ага. Ну ладно, одна минус. Мне же, слава богу, здесь не на время, да? Так. Ага. Эту тоже просчитали. Чуть побольше надо. Ладно. Эй, миллипиксель не долетел. Зацепись, там вот прям надо было чуть-чуть, маленько. Ладно. Какой выстрел! Давай, Мор! О, сладость победы! Какое удовольствие! Я бы мог смотреть на это снова! И снова! И снова! Пора закреплять лианы. Игры кончились, приятель. Мы уже готовы к взлету. Жаль, что нельзя стрелять мортом до бесконечности.
Рано или поздно забава теряет смысл. Но как вы натянете эти лианы вон туда? Я готова вам помочь, если у вас есть перец. А то их будет кидать мой самый прямо бросающий подданный. Правда, целится он фигово. Прямо бросающий. А чё мне, чё бежать? А? Хорошо, я бегу. Вот тот же. Я бегу. Шаг, 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 та, 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 та. Это было прикольно. Так, еще разок. Никто меня не остановит. Ладно. Не, это вообще угар. Больше перца. Еще перца. А-на-на-на-на-на. О, да. Я, ага, третий раунд. Это не сложно, просто собирать перец. Всем привет! Давайте остренько и сюда. О, да! Вот так-то лучше! Отлично, бойцы! Лиана на месте, и мы готовы к взлету. У меня такое дикое чувство, что да! Вперед из песни! Думаю, вы хотите узнать, что было дальше. Ой-ой-ой, наверное, это мы не можем посмотреть за Ютуба, конечно. Где? Они упали на этом самолете. В Сан-Диего? Мелман, спокуха, приятель. Что стряслось? Наш самолет рухнул. Алекс, мы живы! По крайней мере, мне так кажется. Да, но живы где? Мы же не могли так быстро оказаться в Нью-Йорке. Ты прав. Да, что-то не видно неоновых указателей. Придумал. Давай спросим местных. Они точно знают, что это за дыра. Отличная мысль, Марти. Пойду поищу местных. Ты побудь тут с остальными. О, Алекс, я пойду с тобой. Так. Давайте на этом пока что прервем первую серию. Спасибо вам большое за просмотр. Рада, что вам нравятся такие ностальгические прохождения. У меня хорошие просмотры, хорошие отзывы по ним. В общем-то, вместе с вами возвращаемся на 10 лет назад, когда это начиналось на канале. Продолжим, да. Очень скоро будет следующая серия, поэтому, ребята... Пока-пока, до скорого!